Да, в ухо разлил, пиздец. Поехали. Так, у меня вроде все хорошо. Какая так, вы че, блин? Вот так. Ты уверен, что стоит атаку стоит? Сейчас опять будет... Нормально, нормально. Да, ребята, тут людей зависит, конечно. Да по дефолту... Чёрт, никто не лагает. Игрока кидаю. Да, все нормально, ни у кого не лагает. Нормально. Ты поставил. Нам надо забивать, смотри, так и так, поэтому атака пиздатая нас. Не, ничего нас устраивает вроде. Нет, нас не устраивает, нас устраивает победа. Пять мячей. Да, пять мячей. Вот как старый добрый, давайте. Хорош. Оп. Ранее ликвидировался, давай возвращайся. Навес. Хорош. Хорош. Сыграно жестко, но в рамках правил. Может получиться интересная атака. Прекрасная передача. Ой, пошел. Ну это Андрей Стелла, извини тебя. Он что-то отошел. Пошел чуть-чуть, да. Да я хотел подойти, блять. Подхожу. Поехали, пуха дальше. Нормально. Уху, хорош. Не мельтешите, главное, не волнуйтесь, уверенное решение, понимаем. Ой-ой-ой. Блять. Хотел бы у тебя прям. Хороший, mm-hmm. Хороший, я хоть насколько хотел прямо. Защитник перехватил передачу. Можешь вернуть его. Блять, я хотел вернуть. Отскочил и правда, как дерьмо. Хороший. Хорош. Хорош, хорош, все уже. Хорош. Сейчас гол будет все хороши. Давай. Якши. Кильманде, давай. Догоню. Угу. Разберите, пожалуйста, всех, чтобы сейчас не было в центральной зоне чувака, который забивал бы головой. Мы возьмем отскок. Так, я возьму. На 11 метровый смотрите. Один вообще. Не могу двоих держать. Возьмите. Я возьму на 11. Возьми дальнего. Угу. Хорош. Сейчас еще раз так же, Саня, смотри. Если будет дальний, скажи мне, я спущусь. Угу. Но дальнего держи лучше. Да, вот я возьму. В центр будет забегать, скорее всего. Держи его. Подрос, загрузчик, закрывайте тоже. Вон углу. Нормально. Слева. Справа. Полицейская академия, нахуй. Вспышка справа, блядь, слева. Куда там что давать? Это как Тигр советовал, куда во время пенальти прыгать. Там то ли слишком поздно, то ли слишком рано. Пиздец, да, такой. Рустам, не советуй, вратарь, пожалуйста. У него глаза есть, то он еще это. Влево правый угол ближе к центру. Да. Хорош. Внимательно. Отлично. Ром, если что, можно забрать. Там самолет приходит. Блять, обошло. Блять. Шлюз, задрайте шлюз. На рыжего. Давай. Ну все, погружаемся. Давай, на Дристеллу. Ну-ну. Хорош. Ладно, ударил. Алло. Как перс ударил. Блять, пиздец. Микрофон, мьют микрофон активирован. Твой персик. Китка. Так, Робин Ван Персик. Вот. Да. Какие-то схемы мутят парни. Пельмени не ходят скидывать. Пельмени с чем? Ну и все, и застыли нахуй вот. Вот все. Нормально. Панов, нихуя.
Ой, сука, они что-то мельтешат так сильно. Я не успеваю реагировать на эти мелкие движения. Это может быть опасно. Они закрепились на чужой... Ультимейт пельмени, ты ж надо придумать. Пельмени вообще там канонированы. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил переход. Азарт. Ехали, бай. Страхуйте меня. Трахуйте, чё? Трахуйте. Пельмень? Я просто что? Все, все, Брукс, Брукс, не въебывайся. Шикельби. Че, куда? Да, Женек, а можешь на самом деле попробовать забегание? Ну смотри сам, если что, буду забегать. Ну, блядь, смотри сам, ну, легонечко переброшься. Давай, давай, давай. На счет три, раз, два, три. Блядь, ну это самый легонечко. Да, да, да. Ну я бежал, бежал, нормально, ничего. Это если... новшество не надо вводить прямо. А я не вводил новшество, все нормально. Ладно, в следующий раз, что штрафное будет, уже закинешь на 11. Они по-любому не ожидали такой хуйни. Хорош. Не прошла эта передача мяча соперника. Не нервничайте, парни, в центре. От вас прям как раз вот зависит все спокойствие. Центр, брат. Ну ты Ибрагимович. Ибрагимович, кстати, я ценю бы такую тему. Да, давайте, давайте. Двойка. Где там бубнул, бля? Тройка, сразу готовься. Тебе, братик. Еще, еще, Борин. Вверх забегу. Налево, смотрите сейчас наверху, да, никого нет. Парни, а может мы немного это ранее? Помнишь, мы там футбол, когда играли, мы друг другу отдавали мячик. Помнишь там? Так атака развивается у нас. Давайте. Вспоминаем, вспоминаем. Там матч назад еще играли. Давайте. Димон. Димон есть налево. Топ, аккуратнее. Блять. Меня лагает. Мог мне вернуть, если что. Я ничего не мог, у меня вообще сейчас задержка. Сори, пока не давайте, пожалуйста. А, ну... Короче, пиздец. Сори, парни, пиздец. Да заебал, сука. Ты вылетел, ты вылетел? Да, вылетел. Блять. Давайте. Я задержу их, блядь. Бегите. Вот Олег, ты помешал мне. Отличный кросс. Ну ладно, продолжаем. На самом деле первый тайм, у них два выхода был. Касание. Три касания. Ну да, нам стоит меньше, там, с 60 метров бить. Один упал, сильно. Обработка. Один удар. Три удара, и мимо все. Мой один был. Просто удар вообще с другого полушария. Бля, ну он был зато. Не, в том матче-то получилось, кстати, такая хуйня, поэтому просто далековато я ударил. Слишком. У меня откуда-то удар появился. Читер? Тимакаром. Парни, я тут лежу, погибаю. Давайте, давайте, сделайте грязище. Просто. Нахуя бы тарищу. Хорош. Перума. А с этим? Обидно. У них тоже кто-то вылетел, кстати. Здорово! Так, кто
Фу, блядь. Пиздец, такой отскок вообще. Меня отмечать тянуло, блядь, я не знаю почему. Пиздец, смотри. Голову проебали, блядь. Куда вы собрали? Не торопись, расстрел. Хорошо. Мяч перехвачен, защитник мало. О, не спешу. Все, все, ждал уже. Хорош. А, ой, да ну тебя нахуй, блядь. И это пенальти, и я? Это шанс увеличить разрыв в счете. Это шанс выиграть матч. Да, такой фол подходит. А, ты, ну, понятно. Зидан, блядь. Верим. На удар нажимал. Да. Пойдем. Хорош. Лучший. Нехуй, блядь. Отсосите. Крысами должны. Серега, три забивать надо, три, блядь. Ребят, на дому двое, ребят. Дима, у тебя фань. Что, одного тащить нечего. Одного игрока не что в трене. Все хорош. Ибрагимович. Ну, защита бот, ребят. У них крайне правый защ, бот. Левый. Пашно. От меня правый, а тебя левый, да. Да, над входом мяча из аута, им явно стоит еще поработать. Манданда. Хорош. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Удар. Хорош. Хорош. Ху-ху-ху. Эди сюда, блядь! Собрались, давай, ребят. Разгут и дверстел попадает. Разгут и нам попадает. Хорош. Давай, давай, ебаш нам. Второй, второй, давайте. Дальний. Ну, бля, там же канонир, ну, нас раз мог дать. Хорош, хорош, ничего. Кохланд. Вперед, так если не выходите, нам лучше ничья, как бы, чем проеб. Хорош, бля. Рома остановился. Выиграй, 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 выиграй. Да он, блядь. О, вот. Верни, верни, верни. Блять, сори. Там за канонеры тут ебашит. Угу. Центр. 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 Дальше. Ра, не выиграешь? Нет. Нет. Выбирай воздух. Позицию прочитал передачу, совершил перехват. Ничего, ничего, похуй. Вон наш мяч. Я на отрестел это, да. Давай, да. Чуваки, не расслабляемся, просто нам поддержаться 20 минут. А я что-то расслабляюсь. Потом. Не расслабляйте, будет. Хорошо, ребят, продолжаем. Давите их, давите их, все просто. Да ладно! Я уже давал, Асан. Да понятно. Эй, блядь. Подкат был четкий, хуй знает. Рейф, ты гандон, рейф. Вы их повыше поднимаете? Давайте откроем. Смотрите, один-один стоит, видите, пацан. Нам-нам. Хорош. Хорош. Блять. Блин.
посильнее хотел, посильнее. Блять, сидит просто ебошит. Кани, ты ЛЗ. Кани, ты ЛЗ. Я ППД. Хорош, Диман! Димка! Фу, блядь. Отлично, отлично. Кани, так накатил стадиона. Пожалуйста. Кани, осторожно, просто мы сейчас пытаемся на результат, чтобы это... 14-14. Рустам, смотри, ладно. Если пойдет внутрь. Да, да. Я просто это буду слева крыть сразу. Хорош. А, изи, хорош. Раскусили. Ага. Сейчас опять фланг будет на нем, да? А вон, вон, нет, вон один. Один там. О, блядь. Смотри, сейчас наверх. Наверх будет. Диман. Ой, Диман, хорош. Спокойно, Диман, не торопись. Не торопись, да. Какое время. Справа свободно вообще было. Вова, на него, на него. Вова, давай, 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 на него, на него. На игру стоит. Хорош. Я не знаю, сори. То есть куда бежал, туда. Играем, играем только пониже, нам сейчас очень важно подержаться. Да, если будем низко, пространство больше будет. Хорош. Хорош ранее. Ну тут главное, чтобы выходов не было. Хорош ранее, да, хорош. 10 минут. Так, ребят. Блять, не смог. Да, ваши, да, ваши семьи у Кадырова в заложниках, давайте. Опять, опять. Нажмите. Диман, у тебя фанит. У тебя уже приехали заложники. У тебя Аллах Акбар, давай. У тебя намаз. Хорош. Опор один. Че? Ну там женек. Ждёт. Ром, Ром, молится, Ром, и просит. Бля, Ром, ну скоти его. Ром, так все хорошо сделано. Ну, просто перебор, вот вначале норм было. Давайте защитку. Просто можно под руку не пиздеть? Ну, просто можно вот эти... Когда уже был перебор. Просто дохуя чё можно. Серьёзно? Бля, пожалуйста, не мешайте друг другу. Да я нафиг вот так вот сделаю. Сейчас главное не теряйте мяч, не обрезайтесь, плюс. Мяч у нас. Одна минута. Только там бота выкидает, блин. Вы не просите у него? Кевский еще полчаса пока подойдем. Назад, назад, канонер, назад. Уго. Давай защиты все сзади. Всем сзади, да, парочку впереди. Все назад, все назад, ребят, все. Ну, все на... Здоровая стадия, все мелкие надо перейти просто. Угу. Там Даня игрок один. Сань, на тебя, ты там же сам. Угу. Там два внизу, ребят, ебать. Ну, коры жарить. Ну как, а ну куда, почему пас так пошел? Ребят. Ну же, два внизу, все нахуй вперед убежали. Раня, хорошо. Раня. Офсайд? Вверх. Фу, блять, повезло просто, ребят. Все, потяните время сейчас, не надо. Не повезло, я мяч там. Диагональ налево, нет, давай. Нет, повезло, что я подержу чуть-чуть. На самом деле повезло. На опыте. Налево. Подвинься на сам. Да направо, 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 направо. На напа кидай, на напа кидай и все. Поехали. Диман, у тебя фон. Да. Добейте поворотом. О. Давай, давай, Вов. Только ЦЗшники, уходите, сейчас я вас прошу, не надо там стоять. Сейчас... Не, Диман, я... Назад отойдите, все назад. Все. Да, назад, все, кто может, назад. Где на там один пускай стоит. Я могу назад, Ром, уйди назад. Не, не, давай, навешивай, навешивай. Ром, блять! Я справлюсь. Вешай, вешай сразу. Время. Ну все, нам хорош. Навесил, навесил. Вы имеете право хранить молчание. User disconnected from your channel. Я бы похлопал, но не могу похлопать. Все, памятник Макаки, запоминайте. Хорош, Димон. Спасибо. Да, напряжённый, конечно, матч купец, но очень-очень важная победа. Давайте в стыки не попадать как-нибудь. Дальше надо выиграть. Повешу твой плакат над Ван Дамом. Ладно, спасибо за игру, я пойду. Давай, этот, давай. Этот матч меня вымотал. Все, пока. Да, у меня тоже нервы, ни черта. Здесь бот. Че, все что ли?
Не, ну я вот играл, что мне хотя бы отдохнуть.